Опа, на ёшкин кот! А ну иди сюда! Паки... Пак... Нет, это не паки Лакибук, обычный. Ёханы бабай! На канале Writer Top ты сможешь найти кучу смешных обзор трэш-игр и также просто крутые видео с отличным монтажом, поэтому заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, еще в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов. И сегодня, ребята, мы будем с вами дальше продолжать ловить, прокачивать и искать новых крутых покемонов, как обычно. Искать новое место для того, чтобы там поселиться, потому что, кто не помнит, 2 серии назад у меня сгорел компьютер, и все файлы пропали, поэтому сейчас я, ребята, пересоздаю наш новый сезон. Но условно у нас Геннадий украл дом, а все наши вещички и оставил только нам, ребята, покемонов. Поэтому сейчас мы продолжим выживать в нашем сезоне с покемонами. Если вы, ребята, ждали новую серию, то не забываем ставить большие пальцы вверх. Я даю вам свое слово. Набираем 7000 лайков прямо сейчас на вот этом видео. И я завтра же выпускаю новую серию с модом на покемонов. Следующую серию про покемонов, ребята. Поэтому не поленитесь, всего лишь 1 лайк. 1 секунда, но, ребята, это ускорит выход новой серии прям офигеть насколько. Поэтому, ребята, задумайтесь. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Зовите своих друзей, делитесь этим видео. Ребята, скидывайте всем ссылочки, чтобы они также заходили и смотрели наш сезон про покемонов. И, конечно, ребята, пишите какие-то интересные факты, задавайте вопросы и что угодно пишите в комментариях, ребята. На самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. А сейчас, ребята, мы будем приступать к самой серии. И традиция, каждую серию Пиксельмона я вам, ребята, говорю, чтобы вы заходили и добавляли меня в друзья ВКонтакте, ставили лайки, делали репосты. Я буду общаться с вами в сообщениях, ребята. Сразу первая ссылочка в описании на мою страницу ВКонтакте. Ребята, заходите, добавляйте меня в друзья, подписывайтесь. Я добавлю по возможности, кого смогу, потому что, как вы знаете, ВКонтакте есть лимит друзей. Поэтому я не могу обещать то, что всех добавлю. Но, ребята, заходите, я действительно буду там ждать. Да, а сейчас, ребята, нам, в принципе, нужен какой-то домик или хотя бы склад, чтобы мы могли хранить наши вещички. Мы его сделаем где-то тут, я так думаю, потому что там у нас есть 1 деревня. Тут у нас есть другая деревня, да? А вот тут у нас где-то гим есть. Вот, тут у нас еще 1 деревня, а тут у нас гим, джим, как он называется. Тройной вроде, если я хорошенько помню. Поэтому мы, ребята, туда еще пойдем. А домик я буду строить где-то вот тут. То есть посередине с этой деревней и этой деревней. Вот где-то, ребята, вот тут. Дайте я на себя, вот. Где-то вот тут, ребята, мы построим, потом еще разберемся. Сейчас нам нужно докачать наших покемонов, а именно Люксрея, Голета и также Сайтра. Где-то до 50 уровня, чтобы мы спокойно смогли их выложить и взять нашу 2-ю по счету команду. Поэтому, ребята, сейчас мы будем отправляться на поиски чего-то. Я не знаю, если честно, чего. Но, в принципе, каких-то сильных покемонов, чтобы мы могли на них покачаться. И не только покемонов, вещичек, боссов, не знаю, редких покемонов. И, конечно же, ребята... Чего? Шайни? Ну, это если мы сможем найти и покелуты, да. И новых биомов, да, чтобы мы смогли воссоздать те биомы, которые были у нас в предыдущем сезоне, а именно там уже глиняный был, ну, короче, там много уже биомов было, да. Поэтому, ребята, мы отправляемся. И давайте мы поиграем в нашу игру, в которую мы играем практически каждую серию. Если вы заметите лаки-блок на земле, если вы заметите покелут на земле, ребята, не стесняйтесь. Не стесняйтесь, говорите мне об этом, а именно пишите в комментарии, на какой секунде вы заметили покелут или лаки-блок на земле, чтобы я, ребята, мог потом вернуться на это место, благодаря вам, потому что вы мне напомнили, и, конечно же, ребята, забрать вот этот покелут, который я случайно пропустил, потому что я иногда бываю слепошарым. Поэтому, ребята, действительно, помогайте мне. А вот мне интересно, я на секунду только включу гейммод, чтобы просто, ребята, ага, ага. А я забыл установить мод на лаки-блоки. Твою мать. Но от того, что я забыл установить мод на лаки-блоки, так я еще и забыл установить на него аддон на Пиксельмон лаки-блоки. Ну подождите секунду, ну что делать, я сейчас вернусь, а? Ну что, ребята, я вернулся, для вас эта секунда, для меня хрен его знает сколько, потому что я устанавливал новый мод на лаки-блоки, точнее, и точнее на аддон до лаки-блоков, Пиксельмон лаки-блоки. Проблема в том, очень большая проблема в том, то, что сейчас на тех местах, где мы уже побывали, не будут спавниться лаки-блоки. Ну, в принципе, это не такая большая территория, да, потому что это новый мир, можно сказать. Но что меня, ребят, сейчас смущает? Не нужно ли мне будет заново переустанавливать всю карту? Точнее,
Да, в принципе, весь мир пересоздавать заново, потому что больше в этом мире лаки-блоки не будут спамиться. Если это действительно так, то это очень плохо, и к следующей серии мне нужно будет пересоздать весь мир нафиг. Это очень плохо, ребята. Но все же, если мы найдем хотя бы один лаки-блок в этой серии, то это будет означать то, что все очень круто, и они действительно спамятся, но спамятся на только на тех местах, где мы еще не были. Но это, в принципе, пофиг, как я уже сказал, мы не очень много территорий успели открыть в этом новом мире, поэтому, ребята, это пофиг. Поэтому, ребята, если вы заметите лаки-блок, заметите лаки-блок где-то на земле, неважно где, вообще любой. Вот лаки-блок. Да, ребята, мы уже заметили, значит, о, да, они спамятся. Они спамятся даже независимо от того, то, что мы только что его установили, да. То есть они не спамятся на тех территориях, где мы уже были, а только на новых. О, это моя любимая вещичка. Колодец желаний и монетка. Мы бросаем туда монетку, и я не знаю, что нам может выпасть. Что-то хорошее или что-то плохое? Хочется узнать, ребята. Вы готовы? Или мы сейчас станем сказочно богатыми, потому что нам выпадет куча ресурсов, или хренакнет какая-то молния с неба и просто тут взорвет все вокруг. Ребята, вы готовы? Давайте. Да. А знаете, как нам повезло? Нам дали не сказочные сокровища, и нам даже ничего толкового не сделали, а просто дали нам картошечку. Картошечку, мать твою! Засунул бы ты свою эту картошечку в одно местечко, потому что она, если честно, нам нафиг не нужна. Но зато я знаю секретное местечко. А то, что в первую очередь в этом колодце спавнится маяк, который мы себе заберем, и он, в принципе, отлично будет смотреться у нас где-то дома, и все будет там круто. А во-вторых, ребята, под этим колодцем спавнится очень много железных блоков. И это, ребята, офигеть как круто, потому что, как вы видите, мы добыли 8 железных блоков. Это дофига, если честно. Ну, давайте посмотрим. Это больше, чем стак железа. Это, ребята, офигеть, как круто. Иди сюда, 50 уровень. Теди Урса, это первая эволюция. Урсарий. Нам нужно его очень сильно убить. Прям офигеть, как сильно его нам нужно убить, ребята. Да. Да, только, как я понял, не Люкс Рэй, потому что он еще слабенький. Но зато Черизард сейчас все тут порешает. Конечно, 2000 опыта, ребята, это самое то. Вот так. Зашибись, по Черису там есть. И давайте вылечим нашего покемона. Гулету дали всего лишь один уровень, но пускай. Так, 7 уровень. Ну, не ты, Люкс Рэй, не ты, Люкс Рэй. Я не тебя хотел вызвать, а хотел вызвать Гулета. Сможет ли Гулет? Я бы, если честно, хотел очень сильно словить Абру. Но только это офигеть как сложно, потому что Абра постоянно куда-то телепортируется. Ее или словишь с первого раза, или убьешь с первого раза, то есть с одной атаки, или она куда-то тпхнется. Опа-на, ёшкин кот! А ну иди сюда! Паки... Нет, это не паки лаки-блок, а обычный. Ёханы бабай! Издеваешься нафиг! Пожалуйста! Так, дайте-ка мне секундочку. Я, во-первых, себе сложность поменяю, во-вторых, так резко ночь наступила, а в-третьих... Да идите вы в жопу! Идите вы в жопу! Ху, убрались. Офигеть, ребята, к такому меня не готовили. К такому меня не готовили. Да иди ты нахрен, что ты на меня нападаешь, а тебе заняться нечем нафиг. Вот так. А к такому меня, ребята, не готовили. Мне хочется узнать, где мои все вещички. Потому что если бы я сейчас просрал вот это все, я бы, если честно, немного сошел с ума. Хоть, в принципе, мне кажется, я и так много чего потерял из вещей. Или мне просто кажется. Это можно выкинуть, коин, монетку тоже можно выкинуть. Не, пускай монетка будет, это можно выкинуть, это можно выкинуть. Это все сюда, эту картошечку тоже можно выкинуть. Не, в принципе, мы вроде все вернули. Вроде все. Офигеть, о, яблочки. Яблочки и меч. Ну, меч нам не нужен, поэтому большое вам спасибо за то, что предоставили мне меч. Но не нужно, откажусь, пожалуйста. Так, иди-ка ты сюда. Алмазики? Нет. Но зато хапчик есть. Небольшой, но зато хотя бы есть. Так, офигеть, лаки-блок включил так резко ночь, потому что я, если честно, прям офигел. Так, Черизард. Черизард! Заклинаю тебя! Включи день! Пожалуйста! О!
большое спасибо, видите, какой у нас Чаризард добренький, видите, у нас кровати нету, поэтому, ребята, будем просить Чаризарда, чтобы он включал день, пока у нас нету кровати. Работает, работает. Так, какие-то большие покемошки. Ёханый баба, это что такое? Я вам отвечаю, Навик, в этих новых версиях, офигеть, мы Гим уже успели найти, это в первую очередь. И во вторую очередь мы сейчас нашли... Я даже не знаю, что это. Я не могу это вообще никак назвать, потому что я не знаю, что это такое, ребята. Какое-то сооружение, какой-то данж, может, покемонов. Сейчас мы, ребят... А может, это типа... Может, данж каких-то призрачных покемонов, да, где водится... Да, я вижу Шанделура, я вижу Хантера, я вижу еще какого-то Лампента и вот еще какой-то покемон. Я не знаю, что это за покемон. Да, офигеть, то есть это реально заброшенный какой-то данж с привидениями, в реальном смысле с привидениями, потому что, как вы видите, действительно, ребята, спамятся только призрачные привидения. Это офигеть, как круто они придумали, это офигеть, ребята, честно. Прикол, сейчас мы туда пойдем, хотя бы поставим какой-то вейпоинт, чтобы потом туда вернуться, да. Так, покехил, а тут видел еще какого-то покемона, который где-то вот тут, опа, это что такое? 22 уровень, такой себе. Так, ты ж ёханый. Вот так. Так, ну что, ребят, отправляемся сюда, посмотрим. Может, тут даже будут какие-то офигеть большие уровни. Мы их сможем... Хоть это призраки, по сути. Нифига себе, как оно круто заспавнилось. А у меня даже блоков нету. Я выкинул 30 блоков земли. Вот у меня... Башкенцы это хорошо соображает. Вот я прям молодец. Мне кажется, этого нам хватит. Опа, на, и давайте потопали, ребята. Пустите нас, я хочу посмотреть, что это такое. Я такое еще не видел. Это что-то новенькое. Так, 1, 2. О! Если бы я еще попал. Нет, паскута. Иди сюда. Да, что ты, вот. Да. Так, и вот так, зашибись. Что ты такое? Что ты за существо, нафиг? Мне страшно, ребята, мне страшно. Так, Нюм. Не знаю, там, призрачный данж. Данж, да, допустим, вот так. Да? И, твою мать, не то нажал, а? Так, еще раз. Привидения в данже. Давайте поставим какое-то мрачное, вот такое. Вот, зашибись. Будем знать, что у нас тут такое, да? Что-то я расшокался опять. Так, тут у нас нифига нету, может тут какие-то сокровища... О, да! Как видите, тут действительно есть какой-то спаун покемона. Давайте это не будем трогать, мне просто нужно было узнать, что это все же такое. Там... О, что ты за мной бегаешь? Тут еще есть этаж повыше. Лэмпен, да? Какой-то уровень? 17-й. А, это мисс Древус. Нифига себе. А я их не могу никак, ребята, бить, потому что они призрачные покемоны, я ничего с ними не смогу сделать, поэтому давайте даже их не будем трогать. Я просто хочу подняться еще на этаж повыше и посмотреть, может, тут тоже что-то есть. Хантер! Да. Но я не буду на них нападать, потому что я говорю, ребята, я их не смогу убить. Этим покемонами, что сейчас у меня, их вряд ли смогу убить. Может, там есть какие-то специальные атаки, но давайте я лучше не буду. Не буду даже пытаться. Так, Псайдак у нас тут есть. И голдак у нас тут есть. Я нашел большого уровня голдака. И сейчас попробуем, ребята, его убить нашим сайтером. Да, не очень получилось. Поэтому давайте убьем самуротом. И дай нам немного опыта. Немного опыта, пожалуйста. Ну дай нам опыта, а. Вот, зашибись. По 500 опыта не так-то много. О-о-о! Лаки блок. И удачный. Сколько еще тут лаки-блоков? Так, пока я не сломал вот этот, давайте мы сломаем сначала вот что. Ох, какой нам красивый лаки-блок попался. С него выпало 4 железа, это в первую очередь, во вторую. 10 уровень, тренер. Ты прям, я не знаю, зачем нам с лаки-блока выпал тренер, это все, конечно, очень круто. Мы 176 баксов заработали. О, хавчик! Ху, так. Круто то, что этот не смог пропасть. Поэтому давайте, ребята, нам монетку дали еще одну. И давайте перед монеткой... Опа! Твою мать! Да! Фартанула! С одного лаки-блока выпало еще 4 лаки-блока. Еще с одного лаки-блока выпал колодец желаний. Просто зашибись, ребята. Просто зашибись. И дайте мы...
Иди-ка ты сюда. Мы еще, в принципе, еще раз добудем еще один маячок. Еще один маячок, маячок. И также, ребята, добудем вот это все золото. А его... Золото. 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 Железо. Никакое не золото. Так, давайте быстренько. Сейчас мы посмотрим, что мы смогли добыть. Это просто офигеть, если честно. А, так, давайте убираться. Один, два. Один, два. Так, отсюда, вон. Давайте посмотрим, ребята. 13 алмазов, 4 блока золота, 9 блоков железа и полтора, почти полтора стака золота. Нет, да, 9 блоков железа и полтора стака еще железа. И 10 изумрудов. Зашибись. Еще хавчика дофига. Нифиговенький такой меч на шарпнес 3, вот это все, 11 урона практически. Офигеть, ребята, офигеть, только он нам, если честно, не очень так нужен, потому что у нас тут покемоны, а не... О! Драгон Биф, нифига себе, это крутая. У нас тут покемоны, если честно, а не сражения с какими-то мобами. Но все же, офигеть, ребята, это просто офигеть, что нам выпало, я рад. Круто, круто. Так, давайте мы садимся на Чаризарда и полетим еще в каком-то направлении. И, ребята, знаете, что я вас всегда забываю спросить? Хотите ли вы длинные серии по покемону? То есть, хотите ли вы, чтобы серии длились, допустим, 15 минут? Или хотите ли вы, чтобы серии длились 35-40 минут? Ребята, все зависит только от вас, как я уже миллион раз говорил. Все, что вам нужно, это просто поставить лайк на вот это видео и написать в комментариях, хотите ли вы длинные серии или нет, ребята. Мне просто действительно нужно это знать. Если вам не лень, то, пожалуйста, напишите, хотите ли вы длинные серии, и поставьте лайк, чтобы эта серия вышла быстрее. Мне просто нужно знать, хотите ли вы большие или маленькие, как вам, ребята, просто удобнее смотреть. Да, так, Чаризардушка, иди-ка ты сюда. И полетим мы, я не знаю, что это за материк, мне кажется, тут у нас уже сейчас... О, кстати, 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 что нам нужно? Что нам нужно? Потому что все наши вот те пропали, с тем миром, да? Геннадий же все украл, поэтому будем собирать новые. Так, тут у нас лес какой-то, тут у нас океан уже, да, какой-то. И опять начинается нафиг вот этот, вот это болото, которое нам в принципе не сдалось. Потому что оно, если честно, сейчас нам вообще не нужно. Так, так. Зато тут, как я заметил, спавнится много лаки-блоков и спавнится много покелутов. Поэтому, если хорошенько поискать, то может мы что-то даже путевое там и сможем найти. Какая красивая вода, слушайте, с этим шейдер-паком. Просто офигеть. Так, так. Так, давайте вылечимся и попробуем убить вот этого. Он, конечно, очень большой уровень, и не знаю, смогу ли я его убить моим 37-м уровнем. Конечно, смогу, с двух ударов нафиг. Нифига себе! И сейчас гулетом прокачаемся на вот этих. Мегапанчем. Такой себе урончик, если честно. Вот это тоже такой себе урончик. Как... Нужно найти самую такую лучшую атаку. Я не знаю, какая... А он еще нас и убил, паскуда. Ох, ты ж ёханый. Так, Сайтер, замочи его, пожалуйста. Какой мелкий Сайтер у нас. Не люблю таких мелких покемонов, честно. Люблю, когда они, знаете, такие большие, массивные. То, что видно, то, что он офигеть какой покемон. Да убей ты его. Наконец-то. Винка, так, вот это пригодится. Давайте вылечим. Гулет, пожалуйста, не расстраивай нас. Нам нужно тебя качать изначально на таких мелких покемонах, потому что ты нифига еще не можешь. Шадоупанчем. Ну, такое, то есть, не прям скажу, что сильная атака, но он сможет порешать, если его трогать не буду. Пожалуйста, уровень. Пожалуйста, уровень. Да, да, зашибись. Так, давайте еще вот этого убьем. Надеюсь, то, что смогу его убить. Смогу, но только не гулетом. Потому что гулет слишком слабенький для вот этого. И давайте винг-атаком. Вот, зашибись, зашибись. Да твою мать! Они вот у нас уже есть, там даже нарисовано вот такой покебольчик, то что он у нас уже есть, поэтому нету смысла его ловить. Вылечимся и полетим, ребята. О, Херосос. Херосос всегда большой уровень, я так думаю. Ну, в принципе, я помню то, что он всегда был большим уровнем. Херокрос, прям на голову ему приземлился. Ну, такой 36 уровень, не скажу, что прям офигеть какой большой. Но, еще раз. А, ну сейчас нас он убил. Ух, зараза, твою мать. Давай, Чаризард, порешай этого херососа. Порешай. Опа. Зашибись. Так, давайте вылечимся. Давайте попросим. Чаризардушка, миленький, пожалуйста, включить утро. А то уже темнеет, я не хочу ночью гулять. Пожалуйста, Чаризардушка, пожалуйста, любименький. О, спасибо. Спасибо, Чаризард, выручил в очередной раз. Спасибо, спасибо. Это что такое? Нифига себе. Я такого покемона еще не видел. Это, наверное, новая версия. Его добавили.
Фиг его знает, честно, ребята. Херосос вот тот уже убежал. Шелдеры. Они нам, если честно, не очень сейчас нужны. В принципе, они маленькие уровни. Так, тут тоже никого путевого нету. В принципе, я тут больше не вижу местечка, где можно нормально покачаться. Мы, наверное, облетели тут уже, в принципе... О, ни хрена себе, это что такое? Ребята! Я, походу, какую-то аномалию нашел. Потому что, мне кажется, это вообще ненормально. Смотрите. Мне кажется, это ненормально, то, что тут вот такое образовалось. А если я туда прыгну, то хрен его знает, что это такое. Хрен его знает, где я сейчас лазаю. Фиг его знает, что это за яма такая мистическая. Поэтому давайте мы будем отправляться в другое место. Так, гимлидеры. Гимлидеры тут. Я, если честно, еще пока что не хочу с ними сражаться. Посмотрим потом. Пока не хочу, мне кажется, еще, ребята, очень рано. Еще рано, потом мы сюда вернемся. Так, а давайте мы отправимся куда-то в другое место, допустим, вот сюда. Еще немного, ребята, полетаем. А потом посмотрим. О, кстати, еще одна деревня, я, если честно, даже не заметил. Так, есть ли тут какие-то лаки-блоки или покелуты? Как-то покелуты очень редко, хотел сказать часто, но нет, не часто. Очень редко начали спавниться после изменения версии, после пересоздания сезона, когда они капут как редко стали спавниться. Не знаю почему, может, мне просто кажется. Может, мне реально тупо кажется. Так, ну да ладно, давай через Ардушка. Валим отсюда. Полетели, да, в принципе, в правильном направлении ты движешься. Может, мы тут реально что-то сможем найти. Ну, конечно, хотелось бы увидеть не леса, а какие-то глиняные биомы, потому что там и покемоны всегда большие уровни, и там всегда, если честно, офигенно качаться. Поэтому, пожалуйста, глиняный биом, или еще какие-то новые построечки, потому что вот эти все построечки меня продолжают просто удивлять, честно. То призраки, то еще что-то. Может, мы сейчас в горах еще кого-то найдем, посмотрим. Посмотрим, ребята. Лаки-блоки тоже я хочу, но дайте мне покелуты. Пожалуйста, почему они так редко спамятся? И покелуты, и почему-то больше нету никаких боссов, нету шайни. Хоть мы в предыдущей серии нашли босса, а за весь сезон мы, в принципе, не нашли ни одного шайни, ребята. Печально. 33-й. Ну давай, Люкс Рей, ты справишься, я в тебя верю. Да, нормально. Это мы его убили, да? Только опыта нам почему-то вообще не дало. Странно. Странно, почему нам опыта не дало? Жмоты! Евреи! Офигеть просто. Так, ладно, давайте будем двигаться дальше. В горах, в принципе, как обычно, нету каких-то офигеть больших уровней. Они всегда тут маленькие, может, достигают 40-х, и то, в принципе, очень редко. А тут у нас что идет? Тут у нас идет вот этот лес. В этом лесу я не люблю никогда гулять, потому что, в принципе, там очень много деревьев, там нифига не видно, и там никогда не спавнятся большие покемоны, то есть большие уровни покемоны. Там, в принципе, бесполезно гулять. Единственная причина, зачем нам идти вот в этот большой лес дубов, это потому что там спавнится Иви. Только там спавнится Иви. Если вы хотите, ребята, их найти, то вам дорога прямо вот туда, в тот лес. А чтобы я... О! Прям хотел сказать, даже не начал это говорить, я уже сказал, ребят. То есть хотел сказать. Было бы круто, если бы я сейчас нашел пустыню. А мы нашли саванну. Ну, в принципе, пустыня и саванна, это получается одно и то же. Потому что если есть саванна, то 100% рядом должна быть пустыня, да? Поэтому сейчас мы, ребята, отправимся. Надеемся, может, мы сможем найти... Мы алтарь просрали, ребята. Скажу вам так прямо в лицо, мы просрали алтарь Молтреса. Мы его нашли на предыдущей карте, но сейчас его, в принципе, нету, потому что карту мы обновили, переустановили, и сейчас его нету. К большому сожалению. Опа! Мы, можно сказать, просрали легендарного покемона. Хоть, в принципе, мы там еще ходили 15 серий, никак не могли найти, мы, в принципе, 15 серий там ходили и никак не могли найти орб, чтобы начать его прокачивать. Но ничего страшного, ребята. Я соглашусь. Я, ребята, с вами, наверное, соглашусь. Странноватый такой спавн на воде. Точнее, не на воде, а на воде было бы замечательно. Возле большой горы. На озере, прям на озере, не возле, а на озере. В воздухе нафиг. Странно. Ну давайте мы туда отправимся.
давайте мы сюда, ребята, отправимся. Вот сюда. Тут встанем. Вот тут. Поставим чекпоинт. Забдос Саванна. И поставим какой-то вот такой. Между желтым и между зелененьким, да, между лаймовым. Чтобы было понятно то, что и Саванна, и Забдос. То есть электрический покемон, а тем самым желтый, да. О! Мало того, то, что дождь пошел. Не люблю дождь в Майнкрафте. А так еще мы и... Да уйди. Уйди. Я бы попросил Чаризарда выключить дождь, но это будет слишком долго. Давайте мы сами выключим. А, так. И что? И кто ты такая? Это просто Lucky Block там сделал такой подарок. Заспавнил обычного NPC, который просто разговаривает. И все. Но там еще один есть, там еще один есть. Там еще. И кстати, мы пустыню нашли, просто зашибись. Так, что ты нам предоставишь? Люксрей. А ну, давай ты вот этого сначала завали быстренько. Тандерболтом, если сможешь. Еще раз. Еще разочек. И еще разочек. Зашибись. Почему опыт не показывает нафиг? Вот это меня смущает. Ему опыт что ли не идет? Вроде должно идти 38-й. Сейчас убьем еще одного и посмотрим. Да. Спасибо. Спасибо за алмазный нагрудник. Очень полезная вещь. Спасибо. Пригодится. В сражении... Не знаю с кем, но пригодится. О, там еще один Lucky Block. Там еще одна деревня. Зажибись. Так, давайте быстренько сюда отправимся. И посмотрим, что у нас тут есть. Это, в принципе, все можно забрать. Даже обсидиан. Пускай. Почему нет? Потом может где-то пригодится. Давайте сначала откроем Lucky Block, потом пойдем в деревню. Там еще одна вроде деревня. Опа. Ну такое. Не скажу, что полезное, но пускай будет. Да. Хрен нам, если честно, попадается, но пускай. Что делать, да? Не выкидывать же. Тут мы, в принципе, пластинки не взяли, они, если честно, точно не нужны. Поэтому давайте зайдем еще вот эту кузницу. Посмотрим, что у нас тут. Возьмем вот это. Железная нам не нужна, потому что у нас, в принципе, есть уже алмазная. Чаризардушка. И давайте полетели, ребята, куда-то в этом направлении. Нам нужно найти еще одного большого уровня покемона. Вот, это твою мать. Ну, в принципе, сойдет. Люксрей. Если он его не убьет. Пожалуйста. Нифига себе, он так фигачит, поэтому давайте мы самуротом его добьем. Как раз, водный против огненного. Пожалуйста. И опыт. Да, дали нам уровень на нашего Люксрея, поэтому все, ребята, замечательно. Ничего не залагало. Просто круто. Так, чтобы выкинуть. Вот это давайте выкинем, это поставим вот сюда и полетим. Нам реально в следующей серии уже нужно будет создать... О, кстати, круто. В следующей серии нужно будет создать, ребята, какой-то сундучок и хотя бы начинать думать, где мы будем строить дом, чтобы хранить там уже наши ресурсы. Да. Ну такое. Поршни, ТНТ, редстоун, рычаги. Большое спасибо, но это нам точно не нужно. Точно. И это нам, в принципе, яблочки возьмем, яблочки заберем, яблочки всегда полезные, яблочки всегда, это круто. А что у нас эти вечно сосущиеся продают? Опа. Energy Ball, ёшкин кот. Это прям офигеть, какая крутая атака будет на Тортеру. Офигеть, какая крутая, нужно потом будет сюда вернуться. Ультраболы продают и ревайвы продают, тоже, в принципе, пригодится потом. И там еще один есть магазин. Давайте, ребята, еще раз туда пойдем. И не туда, а, в принципе, в новый магазин. И посмотрим, кстати. Лов, ну, так, в принципе, мне не нужны вот эти вообще темки. Если, конечно, они не будут какими-то слишком редкими. Если слишком редкие, то это круто. Ну, ты нам не нужен, нам бы твою первую эволюцию, а не тебя. Так, что вы продаете? Наша пара... Shadow Ball тоже крутая темка. Тоже крутая темка, только на призрачного покемона. Нужно потом будет призрака какого-то словить. И тут нифига нету. Но нормально. В принципе, ребята, мне кажется, то, что пора заканчивать нашу серию. Тут, там, кстати, еще одна деревня. И тут тоже еще одна деревня. Поэтому давайте посмотрим. 34. Ну, ладно. Давайте еще вот этого убьем.
как раз. Электрический против водных, это прям офигеть как круто. Это прям офигеть как круто, и нам очень повезло то, что этот покетренер вот тут заспавнился. Потому что это просто изи опыт. И также мы еще и бабла набьем. У нас было 179 баксов. Сейчас 1000 баксов нам дали, даже немного больше. Зашибись просто, ребята, просто зашибись. Так, и мы вкачали полтора уровня. Так, о, это заберем. Ребята, сейчас мы будем уже прощаться. Да, большое спасибо вам за просмотр. Ребята, если вы хотите видеть завтра новую серию, вы знаете, что делать. Поставьте, пожалуйста, лайк. Набираем прямо сейчас 7000 лайков на вот этой серии. Я завтра выпускаю следующую серию про покемонов. Если вы хотите покемонов каждый день, пожалуйста, если за один день набираем 7000 лайков на вот этой серии, на следующий день выходит сразу следующая серия. Поэтому, ребята, решайте вы. Даже если выходит какое-то другое видео, то я выпущу 2 видео в день, то есть обычное и также пиксельмоны. Ребята, решайте, только вы. Уже темно, поэтому реально давайте заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, приглашайте своих друзей на этот канал, делитесь этим видео с друзьями ВКонтакте, чтобы они также приходили и смотрели вот эти видео, делайте репосты, делитесь, ребят, как я уже сказал, и что? И пишите что-то интересное в комментариях, факты, свои вопросы ко мне, на самые интересные комментарии я, конечно же, буду отвечать. И как я уже сказал на начале видео, подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, сразу первая ссылочка в описании, не поленьте, зайдите, пишите мне сообщения, ребята, ставьте лайки на фотки, я буду очень сильно этому рад. Большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.